В четвертый час каждая фабрикатка пробуждается дозой стимулина. Из отсека пробуждения мы направляемся в гигиенатор. В пятый час мы встаем на свои места и приветствуем потребителей нового дня. Добро пожаловать к папе Сому. В следующие 19 часов мы принимаем заказы, ставим еду на подносы, наливаем напитки, пополняем запасы специй, вытираем столы и выбрасываем мусор. Все в точном соответствии с первым катехизисом. Что гласит первый катехизис? Почитай потребителя своего. После финальной уборки мы принимаем дозу энергомыла и возвращаемся в свои капсулы спать. Так проходит наш каждый день. А вы когда-нибудь думали о будущем? У прислужниц папы Сонга только одно будущее. Вы имеете в виду экзальтацию? Вы не могли бы описать этот ежегодный ритуал инициации? В первый день года Сирри ставит каждый из нас на шейное кольцо звездочку. 12 звезд означает истечение контракта. И что вы чувствовали, наблюдая вознесение своих сестер? Радость. Я была счастлива за них. И одновременно завидовала. А другие прислужницы испытывали те же чувства? Большинство, да. Я хотел бы задать вопрос о небезызвестной Юни 939.